Сразу два больших спортивных мероприятия прошли в Татарском районе в минувшие выходные. Более 600 человек стали участниками всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соревнования, прошедшие 11 февраля на лыжной базе «Березовая роща», были приурочены к столетию российской физической культуры и спорта. Побороться за призовые места могли как опытные спортсмены, так и любители зимних лыжных прогулок всех возрастов. В Ледовом дворце спорта «Юность» 12 февраля разыгрывались призовые места по шорт-треку. Соревнования в рамках 25-х зимних сельских спортивных игр Новосибирской области выявили лучших конькобежцев. По итогам командного зачета Татарский район занимает 6-е место из 20 команд. В личном первенстве на дистанции 300 метров Анастасия Мельникова заняла 3-е место.